Телекомпания «Альтес» стала победителем ночного медиадозора. Накануне ночью забайкальские журналисты выехали на улицы Читы вовсе не в поисках информации. 8 команд из региональных СМИ приняли участие в популярной в России интерактивной игре, которую им предложили организаторы фестиваля СМИ Забайкальского края «Регион Медиа». С половины 11 вечера до 4 часов утра представители масс-медиа разыскивали коды в самых неожиданных местах, чтобы друзья по команде в штабе могли получить ребус и разгадать очередной адрес. Большинство участников игры выехали в ночной дозор впервые. Однако в каждой из команд были и опытные дозорные. Полевой экипаж «Альтеса», состоящий из операторов Евгения Погорелова, Льва Нескромного и редактора Екатерины Станиславской, возглавил Сергей Рычков. Его игровой опыт – 2 года. Не новички сидели и в штабе. Бах почти каждая из команд. Мозговым центром нашей телекомпании стали Вадим Малышев и Ольга Рогозина. А в экипаж «Читару», например, вошел вице-премьер Забайкальского края Алексей Кошелев. Команда этого информагентства и стала второй, комсомолка – третья. Ну а самой смелой, мужественной и одновременно обаятельной, по мнению организаторов «Регион Медиа», стала наша коллега Екатерина Станиславская. Я первый раз участвовала в «Ночном дозоре». Честно говоря, мне было очень интересно поучаствовать и побегать. Было забавно, интересно и какой-то вот прям азарт. Хотелось выиграть, хотелось быть первыми. И хотелось бы сказать, что вот правда, спасибо ребятам, которые играли первый раз, потому что игра была не для новичков, как бы все говорили, что игра будет простая-простая, но коды были написаны очень сложно.